Я выучил новый фокус. Засовываем хрюнделя в обычную чашку. Трясем. И что у нас получается? Ого! Это же белый мишка! Не детская распаковка. Всем сюрприз! Сегодня распакуем коллекцию «Лучшие друзья навсегда» от Забабам. Ссылку на игрушки найдете в описании. Пакеты тут прозрачные, поэтому коллекцию можно собрать без труда. Первым достанем розового единорожку. У него огромные милые глаза и сверкающий рог. Он как будто обнимает сам себя. Зовут единорога Роуз. А это вся коллекция. Похоже, эти ребята очень любят лазить по деревьям. Ладно, свинья, но что дельфин делает на дереве? О, да тут придуман целый механизм для обнимашек. Прикольная защелка. Просто так Роуз свои объятия не раскроет. Тут есть маленькая хитрость. Нужно нажать на ее копытце. Круто, правда? Давайте прицепим ее на руку. Крепко держится. Прицепилась так прицепилась. А еще единорожка очень стильная. У нее блестящая копытца, желтый хвост и хохолок. Попробуем найти еще какое-то применение ее цеплялкам. Ей можно украсить любимую чашку, рюкзак, нацепить ее на волосы или на другую игрушку. А? Ой, как приятно! Здесь чья-то забавная мордочка. Кажется, это белка или бурундук. Пишите в комментариях, кто это. Зовут его Расти, что переводится как рыжик. Судя по пушистому хвосту, это все-таки белка. Морда у него, конечно, смешная. На ощупь игрушки очень мягкие. А лапки у Расти ни много ни мало золотые. И цепляется он ими тоже очень крепко. А вот, кажется, и наш сухопутный дельфин. Прикольный, такой яркий. А вот так он, кстати, похож на самолетик. Его пузико полностью блестящее. Имя дельфинчика Селли. Да, друзья, хотите выиграть всю коллекцию этих пушистиков? Тогда слушайте условия конкурса. Напишите под этим видео на YouTube, кто из обнимашек вам нравится больше всего и к чему бы вы его прицепили. И подпишитесь на наш телеграм-канал. Розыгрыш будет проходить именно там. Ссылка в описании. Давайте посмотрим, кто еще есть в коллекции. Это, кажется, котка. Какой лохматый. Он почти весь черный, кроме мордочки и лапок. И живота. Его имя Феликс, как у того кота из рекламы. Красивый котейка. Друзья, к слову, поделитесь в комментариях, какие домашние животные есть у вас. У Феликса очень игривое настроение. Ну не милашка ли? Идем дальше. Так, а это кто? Свинка, что ли? Как-то она хмуро выглядит. Свинку зовут Таня. Но то, что она любит лазить по деревьям, все-таки странно. Можно, конечно, долго играться этим хрюнделем, но пора открывать следующего пушистика. Это что, белый щеночек? Давайте быстрее откроем. А, нет, это полярный мишка. Какой он классный. Его зовут Киле или Киле. У него очень красивые голубые глаза, белая шерстка и забавные блестящие ушки. А еще он умеет вот так. В этом пакете какой-то заяц с золотыми ушами. Ого, да это и не заяц вовсе, а песик Макс. Кстати, друзья, а вы смотрели другие наши распаковки с Бабам? Обязательно напишите, какие из них вам больше нравятся. Будем делать такие почаще. Макс, похоже, очень веселая собака. Очень веселая и обнимучая. А здесь попугай. Вот к нему точно нет вопросов насчет умения лазить по деревьям. Его имя Коко. Судя по его массивному клюву и шикарному хохолку, он относится к семейству какаду. Ну и хвост у него, конечно же, не менее шикарный. А вот крылья у Кока получились немного странными. Мы открыли всю коллекцию пушных обнимашек. Напишите в комментариях, как вам наша сегодняшняя распаковка. Мне очень понравилось.
А вам, друзья, ставьте лайки и не забудьте поучаствовать в конкурсе. Еще почаще заглядывайте к нам в Телеграм и на Дзен. Там у нас много всяких интересностей. А на сегодня все. До новых встреч!